Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. С сентября в Кировской области начала снижаться безработица. Если до этого в условиях пандемии наблюдалось постоянное увеличение числа безработных в регионе, то в сентябре их стало меньше – на 926 человек. Всего с начала года трудоустроить удалось 18 тысяч кировчан. Наиболее востребованными, по словам начальника службы занятости региона Руслана Бондарчука, остаются рабочие профессии – электромонтер, токарь, фрезеровщик, швея, инженеры различных специальностей. С начала года число безработных в регионе, напомню, выросло в 4 раза до 33 тысяч. При этом в службе занятости считают, что рост был связан не только с пандемией и кризисом, но и с тем, что встать на учет стало проще. Это можно сделать теперь онлайн, а также с ростом пособий по безработице. Программа «Экономика». Кировскую спичечную фабрику хотят признать банкротом. Заявление с таким требованием в арбитражный суд направила Вятская промышленная группа. Сумма исковых требований к фабрике «Феникс» порядка 12 миллионов рублей. Предприятие работает на базе бывшей спичечной фабрики «Красная звезда» с 2009 года. По данным на 2019 год, там было порядка 300 сотрудников. В начале 2020-го информация о банкротстве предприятия уже появлялась, но на самой фабрике ее тогда опровергли. Экономика на 101FM. Прокуратура проверяет предприятия, которые подозревают в задымлении озерков. Жители микрорайона регулярно жалуются на запах гари. Проблему обсудили на оперативном совещании при главе города. А днем ранее чиновники лично выезжали в озерки. Итоги рейда показали, что виновными в загрязнении воздуха могут быть одно или несколько из 12 предприятий, которые работают в том районе. Такие же подозрения высказывают и местные жители. По их словам, сейчас основную часть грязных работ предприятия пытаются скрыть, поэтому пахнет по ночам. Чиновники обратились в правоохранительные органы с требованием провести проверку. Природоохранная прокуратура ее уже начала. Также к работе готов подключиться Роспотребнадзор. Ведомство возьмет пробы воздуха на присутствие в нем загрязняющих веществ. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 77 рублей 92 копейки, евро 91,70. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.